Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу высказать свое мнение по поводу картошки и как она вообще работает, относится и поддерживает моды в игре World of Tanks. И очередной раз мне кажется, что она опять обосралась. Уже даже места нету, где бы она не обосралась, но это снова опять происходит раз за разом. Картошка с ее самого начала основания любит поддерживать моды, как-то их развивать, и ей кажется, что если много людей будут заниматься какими-то модификациями в игре, то какие-нибудь сверхразумы смогут сделать что-нибудь такое, до чего не додумались разработчики, после они смогут это подхватить и всунуть в свою игру. Так сказать, одна голова хорошо, а много танкистов — это классно. И вот уже годами картошечка иногда какой-нибудь модик возьмет и всунет себе в игру. Я, конечно, не общался ни с разработчиками модов, ни с разработчиками игры, которые вообще что там к чему. Но я просто как игрок со стороны пользуюсь игрой и модами. И расскажу вам свое мнение как игрока. Что там происходит у мододелов или что происходит у разработчиков, мне, честно говоря, вообще похер. Какая мне разница? Я не отношусь ни к одним, ни к другим. Меня интересует, как это быть игроком в этой игре, который играет в это и пользуется модификациями, которые картошка поддерживает и любит всячески их продвигать. Ведь картошка раскрутила вон канал Юши с этими модпаками, шматпаками. Он сам тоже постарался, молодец. И этот модпак, наверное, один из самых ходовых. У каждого водомеса есть свой модпак, и картошечка ни на чего вообще плохого про это не говорит. Картошка сама еще создала свой сайт VG Mods, на котором она проверяет моды, там типа проверенные моды, там есть модпаки, отдельные маленькие моды, и типа если ты с VG Mods качаешь моды, то они там типа проверенные и классно, безопасно. Каждый раз, когда ты скачиваешь с этого сайта модики, тебе там всякие писюльки пишут, типа: картошечка не несет ответственности за то, что вы там своими модиками что-то там себе наломаете игру. Очень замечательно. А что вы там проверяете вообще? Вы берете мод, устанавливаете себе в клиент и смотрите: о, класс, мод работает, ге-ге, давай в релиз. А портит он игру, не портит, глюки есть, нету. То есть какая разница? Мы же проверили, работает там розовые пони вместо прицела. Еще какая-нибудь дичь. Ну работает в релиз, а чё? Но когда выпустили шкурку на КВ-2 из Вархаммера в виде мода, который можно скачать и просто поставить на КВ-2 и ездить такой красивый весь, то этот модик быстро прибрали оттуда, потому что этот Вархаммер КВ-2 продается в картошке за 1600 рублей минимальным пакетом, а максимальным за 3300 там или сколько. Этот модик они быстро не одобрили, а чё? Там же модиков просто завались, шкурки там просто тонна, там всякие какие-то ПТ-шка в виде головы Дарта Вейдера. А чё, нормальный модик же? Я предлагаю ещё сделать арту в виде розовых пони там, эльфийские повозки, там нормальные моды, чё, глянь, вообще игру не портят. А чё вы КВ-2 сразу забраковали-то? Чтоб продажи не упали? Ой, а как это так? А чё остальные шкурки тогда не запрещаете? Потому что вы не продаете у себя их в премиумном магазине. Да мне кажется, уже пора и остальные шкурки продавать. Там вон есть красивые польские шкурки в стиле Ведьмака. А чё, давайте за 3000 рублей в премиум-магазин. Кто-нибудь докупит. А из модиков это быстро чпок и убрали. Еще очень занятный момент, который вы видели в начале видео. Там, где я стрелял в каток Тайпу, но попал куда-то в космос. Я отправил этот реплей разработчикам в техподдержку. Они мне ответили: у вас модифицированный клиент, вы использовали модики, поэтому мы не гарантируем вам ничего. Используйте чистый клиент, и после этого мы будем рассматривать ваши такие вот баги, глюки и так далее. Разработчики продвигают моды, но никак их не поддерживают. Они развивают популярность этих модов. Всячески их поощряют, делают им сайт. А когда ты пишешь в техподдержку, тебе говорят: до свидания. У тебя моды есть, мы игру исправлять не будем. Прицел косоебит по всему экрану. Он падает вверх, вниз, куда попало, дергается. Куда-то улетает вечно этот прицел.
вы используете модики. Так а зачем их тогда вообще вы проверяете на своем сайте? Зачем эти кучи модпаков, Джова, Хуюши и остальное вот это дерьмо? Зачем это все? Получается, нельзя пользоваться модиками? Иначе техподдержка как Альтоски тебя не поддержит. Офигенно, а как игру развивать-то от багов глюков и остального? Как ее улучшать-то? Если вы вообще ничего не поддерживаете, это просто рука-лицо. Столько лет развивать модики, а потом просто ответить мне: у тебя модики в клиенте. Серьезно? Сука, так сделайте хотя бы послебоевую статистику и свободную камеру в реплеях. Все, мне моды больше не нужны никакие. 8 лет картошки, куча водомесов, вододелов и всех остальных людей, которые делают видосы по игре World of Tanks, за 8 лет не могут в реплеях сделать свободную камеру, чтобы камера летала и я снимал красивые видосики. Только моды мне помогут, чтобы камера летала в реплеях. Вонючая картошка сама не может до этого дойти. За 8 вонючих лет столько видосов переделано, и я должен использовать моды только для одного, чтобы камера летала в реплейчиках и брать красивые ракурсы. Сама картошка этого не может, не удивлюсь, если они свои видосы тоже снимают с каким-нибудь модпаком, потому что, ну а чё? И после боевую статистику, наипростейшую в ангаре добавить, чтобы было видно, что там серебро, фармится, не фармится, процент побед и так далее. Но тут разработчики, как обычно. Унтон Пунтков отвечает: мы не будем добавлять после боевую статистику, чтобы игроки не испытывали негативного ощущения от поражений. У вас вся игра состоит из негатива. Токсичность от арты, чатик просто там рука-лицо, мама крутит направо и налево. 20 раз в одном бою. Снаряды летят куда попало, прицелы в космос улетают. Плюс еще ВБР, и все кривое, косое, текстурки, фиг пойми где, то есть, то нету. Какая там токсичность от поражений? Они вообще в свою игру хоть раз в жизни заходили, алло. Где поддержка картошки, 2019 год? HD картошка. Подождем еще 10 лет, переведут картошку в 4К, а поддержка все такая же будет без поддержки. Это просто забей. Сидеть на жопе ровно, ждать, пока мододелы сделают прикольный какой-то мод, чтобы потом стырить его, всунуть в игру, и при этом нулевая поддержка модов. Еще и сделать для этого сайт, что-то там проверять, но нихера не проверять. Сказать, что картошка здесь обосралась, ничего не сказать, потому что это полная жопа. А центр поддержки картошки, как обычно, пишет тебе отмазку любую. 2 раза, когда картошкина поддержка реально помогла, это раз в год можно восстановить проданный акционный танк. Все. Больше центр поддержки нахер не нужен в этой игре. Только восстановление акционных танков. Я больше ни разу в жизни не видел помощи от центра поддержки. Вообще. Я вообще не понимаю, зачем он существует. У меня ощущение, что центр поддержки картошки — это такая вот здоровенная комната с кучей кнопочек. И на каждой кнопочке разная отмазка от вопроса, который задается в этот центр поддержки. Все. И что мне теперь, не пользоваться модами, а видосы мне как снимать? После боевой статистики меня тоже интересует. Мне интересно, что там вообще было. Как я поиграл на стримчике там или как. Что это за бред? Это просто пиздец. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.